справа, слева. Все ли соседи, которые сидели в первом отделении нашего концерта, вернулись? Есть? Все ваши близкие по соседству соседи рядом с вами сидят? Точно? Готовы? Точно? Давайте проверим аплодисментами! Ну и криками горячими, где там наш... Отлично! Все здесь, все отдохнули, все готовы продолжать. Ну и что ж, мы открываем второй тайминг! Аплодисменты! Участница нашего концерта, на минуточку, это многодетная мама. Вот как. Понятно, какие у нас есть ученицы? Антон Валерия, девушка с хорошими слуховыми данными. Валерия очень хорошо чувствует музыку и передает ее в своих движениях. Она участница нескольких отчетных концертов, мастер-классов, а также различных конкурсов и тренингов по экзотик пол дэнс. Нельзя не отметить целеустремленность этой девушки, несмотря на то, какой у нее ритм жизни, извините, трое детей, да? У кого еще трое детей взяли? Нет таких, а у нас она есть. Мамочка-герой. Так вот, несмотря на такой темпоритм жизни, она уделяет себе время, она занимается собой, она любит себя, да, и себе посвящает любимое дело. Так держать, мы должны брать с нее пример, я считаю, правильно? Ну давайте поддержим громко. Встречаем! Ученица HB Dance Studio, направление Exotic Pole Dance, Валерия Антон, хореограф-постановщик Наталья Щербакова. Аплодисменты!
случалось жизнь. Но мы привыкли ураганами с тобой быть. А времени нет, лучше сомнений нет. А времени нет, зачем тебе? Зачем прождать по-насущному по всем моим болевым? Зачем опять все накручивать, с кем был и был ли один? Зачем опять напасть стекла, чем сжимаем чувства пружины? Пусть этот день будет проклят, когда мы вдруг станем чужими. Мы просто станцуем без звуков, без зрителей, все понимаем. Без слов, без запить, это два подхода. Слов так по 20, ради Бога. Если бы я был как все, ты не считал бы вокзалом. Не знаешь ту, о чем молчу, но ты услышишь это в песнях всю. И это будет вместо сотен слов моих тебе. Браво, браво, цветочки, Валерия, для вас. Для сногсшибательной красотки. Слушайте, я сейчас искренне завидую ее мужу на самом деле. Мне в такую жену, будь я мужчиной, да, троих детей родила. Шикарная, просто, ну, вообще невероятная красота. Согласитесь?